Почти месяц региональное отделение «Единой России» и волонтеры «Победы» собирают подписи за присвоение Ульяновску почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. Ульяновск, безусловно, достоин этого звания. Еще в феврале мы приступили к сбору подписей в поддержку данной инициативы, поскольку понимаем, активность населения не останется незамеченной. Теперь поставить подпись в поддержку можно и в электронном виде на сайте zaulyansk.rf. В региональном отделении партии прошла презентация сайта. В режиме реального времени мы видим, сколько ульяновцев проголосовали за данную инициативу. На сайте также есть историческая справка, подготовленная Госархивом новейшей истории для тех, кто хотел бы узнать о вкладе Ульяновска в победу в Великой Отечественной войне. Доподлинно уже известно о том, что каждый третий патрон был произведен на заводе Володарского, каждая четвертая шинель была сшита из сукна, которое производилось в Ульяновской области. Также мы производили приборы для «Катюш», там, допустим, и все это происходило в городе Ульяновске. То, что к нам были эвакуированы многие промышленные предприятия, что у нас были госпитали. Чтобы ваш голос был учтен, надо оставить на сайте свои персональные данные с указанием имени, даты рождения, адреса, телефона и электронной почты. Поддержите нас. Это дань памяти нашим бабушкам и дедушкам, которые ковали в тылу нашу общую победу. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.